Друзья, всем привет! Вот приехал я сегодня на рыбалочку. Такая у меня сегодня получается мобильная рыбалка. С вечера я уже знал, что я буду в Кёльне, и у меня будет примерно 1,5 часа свободного времени. И я решил потратить его для рыбалки. Ну и заодно попробовать, ловится что или нет на реке. На реке я в этом году еще не рыбачил, так что буду пробовать. Так, буду я сегодня рыбачить почти в центре Кёльна. На той стороне вон виднеется Кёльн-дом. А я присяду, наверное, вот здесь. Место вроде неплохое. Вот буду бросать прямо вот так вот сюда. Ветерок такой неприятный дует. Ну, посмотрим, что сегодня нам даст рыбалка. Я постараюсь все заснять и все вам показать. Так, как я помню, здесь где-то должны ступеньки быть. Вообще не видно. Ага, вот они. Ступенечки. Вот, чуть не грохнулся. Я буду сегодня на поплавочную удочку. Вот такая у меня мобильная удочка. Так получается, она у меня 3 в 1. При таких мобильных рыбалках я беру ее всегда с собой. Она мне служит в качестве спиннинга. Также пикера или поплавочки, как сегодня. Почему такой большой поплавок? Поплавок у меня это для дальнего наброса. Так, что у меня с прикормкой? Прикормку я замешал сегодня утром. Маленько сделал такую влажноватую, так как мне надо будет лепить шары для прикормки. Но все равно она вон рассыпчатая вся. Я добавил сегодня просто сиропа. Простого клубничного сиропа. Так. Насадка опарыш и также кукурузка. Сейчас одену поплавок. Да, хочу сказать о поплавке. Вот такой вот поплавок у меня отгруженный. Я его сам листовой такой свинец. Я намотал просто, а здесь при помощи зажигалки закруглил просто, чтобы он не слетал. И все, и получился вот такой вот у меня поплавочек. Бросаю я им свободно метров 30-40, а то и даже 50. У меня дистанция бывает. Летит очень хорошо. По катушке, с
сказать, ничего не могу. Купил я ее в китайском магазине. Вообще дешево, чуть ли не за так. Ну, работает хорошо. Так, ребята, леску я сегодня взял от фирмы Штрофт, опять же, 0,14. И крючки у меня Казини номер 18. Почему леска такая толстая? Так как может клюнуть и крупная рыба, я не знаю, я первый раз посмотрю по обстоятельствам, там буду или менять, или оставлю. Ну что, приступим за корму. Так, все у меня готово к рыбалке. Вот только со стулом. На место стула у меня будет сегодня вот такое приспособление. Так, прикорм сюда поставим. Не нужна. Так, ровно. А что, удобно? Ну что, первый заброс. Глубину сделал метра 2, по-моему, 2,30. Рассадка далеко была. Течение идет метра 2 градуса. То есть она вот так вот здесь крутит. Ну, посмотрим, что с этого получится. Первый раз я сегодня на реке в этом году. Поплавок летит вообще очень хорошо, очень здорово. Я много экспериментировал с поплавками, как делать, как. И вот у меня один удачный настрой поплавка. Получается, что она не путается никогда и летит прямо. То есть, как я уже и сказал, могу бросать даже на 50 метров. Если там не будет, попробую еще дальше. Прохладно сегодня.
посадить три опарыша. Тараканы поклевка была.
пронизывающий такой ветер у нас. Ну вот, ребята, закончилась на сегодняшний день моя рыбалка. К сожалению, надо ехать. Что хочу сказать. Поймал я два ротанчика, одну маленькую плотвичку. Буквально за час времени. Было бы время побольше, может быть, что-то и покрупнее бы клюнуло. Ну а так, на этом все. В общем, не судите строго. Ну а кому понравилась моя сегодняшняя рыбалка, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал. Всем пока, до новых встреч на водоемах.